К другим темам. В рамках национального проекта «Образование» в городе Нефтехимиков открылся первый цифровой центр развития детей IT-Куб. Он будет базироваться в Ангарском промышленно-экономическом техникуме. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено порядка 20 миллионов рублей. Подробности далее. IT-Куб – это проект обучения детей по различным инновационным программам, направленным на ускоренное освоение востребованных знаний и навыков. Центр рассчитан на 200 мест, но уже поступило порядка 300 заявок. У нас оборудование все новое, входят ноутбуки, компьютеры, планшеты, системы виртуальной реальности, роботы, 3D-принтер, 3D-сканер, различные манипуляторы. Можно очень много перечислять, что входит в наш состав, в наше оборудование. На новейшем оборудовании дети будут изучать программирование роботов, мобильную разработку, основы алгоритмики и логики. Кроме того, узнают об искусственном интеллекте и цифровой безопасности. Проект сам воплощался около 9 месяцев. Это федеральный национальный проект образования, и средства были выделены в основном из федерального бюджета. И вот в течение 9 практически месяцев здесь все происходило, все строилось, все планировалось. И вот мы сегодня как раз открываем. Замечательное детище наше, замечательный проект. Ангарский центр стал третьим в области. Ранее аналогичные образовательные заведения открылись в Иркутске и Братске. Обучать подрастающее поколение будут выпускники промышленно-экономического техникума. Молодые преподаватели научат детей тому, что умеют сами, а также поделятся своими знаниями и раскроют инновационные секреты. Артур Чарчиди, Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время.